Хочу спросить, не знаю у кого, наверное, скорее всего, будет правильно пригласить на канал Абсолют. Скажи, пожалуйста, мне очень интересно, вот сейчас происходят вот такие действия в Израиле, я сама украинка, и как-то вот не знаю, почему меня так сильно не затронул конфликт украинский. И у меня ближайшая подруга моя, она из Израиля. И поэтому, может быть, наверное, когда ты сталкиваешься с тем, что как-то, когда тебе болит, ну, проще ты к этому относишься. Вот когда у подруги что-то случается такое серьезное, ты реагируешь на это несколько по-другому. Ну, в моей жизни, в моем случае получилось именно так. И вот этот израильский конфликт, она мне много что рассказывает, что происходит, поскольку является свидетелем этого всего. Я хотела спросить, хорошо, Абсолют пришел. Я хотела спросить у тебя, почему вообще такое отношение в мире к евреям, к еврейскому народу? Ну, я понимаю, что они распяли Христа, и в Библии сказано, что рассею вас по всей земле и такое прочее. Ну вот смотри, мое такое понимание, что ведь испанская инквизиция, ну я беру там Владимира во внимание, в общем, разные всякие правители много чего наделали, много разных вещей. Да, я понимаю, что Христос может быть несравним с обычным человеком, но и в то же время мы в любом случае являемся как бы все, ну, одним, одно все. Единоначалие от Бога, Отца идет. И поэтому либо Христос, либо обычный человек, я думаю, что имеет ценность такую же перед лицом Бога. Скажи мне, пожалуйста, Абсолют, что такого в еврейском народе, что он постоянно испытывает вот такие вот гонения, такое предвзятое отношение к нему? И в чем заключается его постоянное состояние, не заключается, а откуда исходит вот это постоянная война, которая проходит вокруг и более 70 лет происходит весь этот кошмар. Мы с тобой на эту тему уже говорили неоднократно, но говорили не в ключе еврейского народа, а мы говорили с тобой в ключе вообще всех жителей планеты. Поскольку есть определенный уровень, когда человек, приходя на Землю, заказывает себе тот или иной опыт. Еврейский народ ничем не отличается от испанского, от украинского, от русского народа, абсолютно ничем. Но он явился, он являлся и является показателем для всей планеты того, как может быть выбрано состояние народом, всем народом, при том, что появляется человек, воплощается именно конкретно у еврейского народа, еврейский ребенок появляется, он заказывает этот опыт, когда народ противостоит, буквально противопоставлен всему миру. Понимаешь, это нужно пережить человеку. Для этого создан этот народ. То есть как бы как он идет в противовес всему миру. Я понимаю, что у тебя в голове сейчас складывается картинка, как это происходит. Но многие люди этого не понимают, что выбор изначально делается до того, как человек воплотился на планету. Он делает выбор. И каково это быть изгоем всего общества, сейчас это не так явно прослеживается. Но ранее это был более яркий пример того, как нужно это принять, и как нужно это состояние осознать, и как нужно проработать этот урок. Именно для этого был создан такой народ, который вы называете евреями, еврейским народом, для того, чтобы у человека была возможность прожить такой опыт, только родившись и осознав себя в этом воплощении, понимать, что к этому народу особенное отношение. Я благодарю тебя, Абсолют.
я тебя поняла вообще на 100%. Я поняла, то есть это просто один из вариантов событий, которые происходят на нашей планете, и вот таким ярким представителем является еврейский народ. Это как бы такой отсек, куда просят воплотиться люди для того, чтобы это прожить. Да, девочка, ты поняла абсолютно верно. Благодарю тебя, приняла Оксана Камяна, 2023 год.